Судя по прогнозу, ждать открытия купального сезона осталось недолго. На смену холодным майским дням скоро придет настоящая жара. Истосковавшиеся по летнему теплу жители Верхневолжья ринутся к водоемам. Но готовы ли тверские пляжи к приему посетителей? Где вообще в нашем городе можно комфортно и безопасно искупаться? Об этом мы спросили у тверичан. Не успеем и моргнуть, как в Твери наступят жаркие дни, а вместе с ними и откроется купальный сезон. Некоторые, конечно, не изменяют себе и поедут за границу на море, но все равно большое количество людей предпочитают отдых в родном городе. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневолжья, что они думают по поводу городских пляжей. Купаетесь в наших водоемах? Нет, здравствуйте, я не купаюсь. А почему? Ну, не знаю. Ну, как бы Волга, я считаю, то, что она все равно грязная река. По возможности ездим на карьеры. Здесь очень грязная вода. А проблема только в воде или вам пляж чем-то не нравится? В воде, конечно. А как вы думаете, вообще нужно как-то развивать, облагораживать городские пляжи? Ну, конечно, обязательно. Все равно с маленькими ребятишками приходят, не все могут выехать. Не у всех есть дачи. Во-первых, у нас все-таки вода непригодная для того, чтобы здесь купаться, да? И пляж, скорее всего, надо как минимум песок поменять и провести какую-то чистку небольшую. И, наверное, сточные воды оттуда убрать. Убирать нужно. Там, видели, уже рассыпается. И кусты всякие растут. Поставить хотя бы какие-нибудь лежачки, может быть, там. Потому что вот эти грибочки, это уже совсем вышло из моды, так сказать. И желательно, чтобы было поменьше тех, кто пьет тут. Чтобы не валялись осколки и многое другое.